们今天聚集在这里，不为了别的，就想谈谈我们大家的未来，我们在这个世界上存在的意义到底是什么，在这个世界上怎么生存下去。我把这个问题跟大家共享，希望能够一起找到出路。要活跃下去，要被关注，总之就是想要备受爱戴。それはそうと友よ。お前は前作でアザゼルを倒した後、死んではいなかったか。是的，我死过一回，正是因为超越了生死，才能有现在这样的成就。人気キャラとして危うく消されそうになったが、慈悲深い開発チームのおかげでここにおるというのが実態だろう。現実を見ないと光明など見出せんぞ。你都在我的手上变成过沙子，你没资格说我。想想，我也可以算作上次没有死吧。それで生死を超越した存在とは称し、それはまさにわしにこそふさわしい言葉じゃ。Тише, тише. Давайте успокоимся. Что вы скажете о моих потомках? Алиса, Брайан, Йошимицу и Джек. Все они зависят от меня. Пока живы они, я в известной степени буду жить вечно, как их создатель. Он сидит на котяку, что ли, ваки деварной. 是吗？那你也不受欢迎啊。Когда со мной рядом прекрасная и любящая дочь Алиса, мне больше ничего не нужно. Как насчет того, чтобы самовыразиться радикально новым способом? Например, драться бензопилами или бить реактивным кулаком. Если хотите, я могу обессмертить вас, превратив в киборгов. J'adore être au service de mademoiselle Lily. C'est ma vraie raison de vivre. Cependant, l'idée de devenir immortel ou de me transformer en cyborg est assez séduisante. Что касается того устройства долголетия, что я разработал, могу сказать, что есть определенные условия. Лайда Джен Хао! Ну, вы затонули. Ай...